Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Лагерь, и мы продолжаем проходить Half-Life. Второй эпизод, первый. Я смотрю на то, что мы черные чернила высасываем из этого шарика. И да, я тупил, не знал, что тут сделать, но теперь я внимательно посмотрел, что вот тут вот есть проход наверх. И мне надо идти навстречу этим шариком, навстречу приключениям. Охренеть. Так, кстати, туда я пошел красного, этого белого. Охренеть. Одна история охренительной другой. Все окей. Главное, что эти штуки с первого раза меня не убили. Так. Опа. Нежно. Что за... Ого! Я обхожу, называется. Воу-в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 оу
Так. Вроде все норм. Что тут? Ну тихо, чувак, ну... Тебя ядро скушало. Окей. Окей. Отключены, как твои мозги. Окей, тут ничего нету. Что за... Как? Как я включил обратно... Ну ёкарный бабай. Ну ёкарный бабай, как я включил обратно? Походу надо переигрывать. Окей. Тихо. Зря. Ой, зря. Кто, что, где, ребят? Ага, вот эта хрень вижу. Вижу, вижу, вижу. Мне нужна ядрышко. Вторая. Вторая пушка чернильная. Где-то тут должна быть хилка. Где? Что не дали? Вот же матёры. Окей. Вот у нас еще одна хилка. Сейчас отсюда выбегут пацаны, смотрите. Окей, пацаны не выбежали, поехал я. Ну, тоже плохо. Тоже неплохо. Погнали. Стоять! 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 Не буди во мне хомячка. У меня есть грави-пушка. Охренительная вещь. Не туда, как я понял. Так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо. Вертушки, вертушки. Не подходи, у меня есть вертушка. Что? Ага, ага. Че, Гарри Поттер, да? Это вам не это. Не будешь играть с золотыми шарами. Слабо пройти через этот лучик, да? Раз. Граната! Я думал, это этот вертолет! Сейчас будет эта хрень отбиваться. Какого хрена? Так, стоп, я уже пропустил свой... А, о, Алекс, привет. Смотри на меня, какой я мужик, да? Какой я мужик. Меня эта тетка напрягает. Кроме слова тревога, ничего не знает. Нет! Так, была не очень хорошая идея. Так. Ну куда? Куда что ли? Окей. Окей. Ай, Билиф! Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, стой. Сюда. Снова что ли сюда же? Ох, что-то тут не очень весело. Какое-то адское пламя. Но, так и не видите, что это тут был. Хрена, а тут длинный коридорчик. Окей. Тан-т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 ан
Давай, 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 быстрее, даже подтолкнуть могу, давай, давай, давай. Ох, если б не я, ох, не работал бы, блин. Что за... Что за... Какого хрена? Вот. Ну ёперный театр. Надо инчайно, блин, называется, доверили. Или у вас вообще числа 3 не работают? Что делать? О! Куда я провалился? Ого! Ого! Вот это бомбануло у кого-то. Так. 3 красных лампочки. Не очень хорошо. Уа, все довольно понятно. Ловись! Отлично. Главное, хоть не сказал, ловись! И все ловится. Меня забыли! Ну, мать! Меня ж забыли, господи. Как мне теперь отсюда выбраться? Оу, you seriously, а? Окей. Сейчас будем действовать очень быстро. Все, 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 всосал. Не работает, не работает. Все, я понял, понял, тихо. Не горячись. О, great. Come on, guys. Let's do it. Так, да, прискорее мне одинаковые чудо полаги, ты знаешь. Нет, комбайна раздавила! Печаль. Большая печаль. Ну все. Отлично, теперь это просто вода. Просто сфера воды. Открывайте. Моя гравипушка! Что за... Какого черта? Что с моей гравипушкой? Она больше не может ловить эти шары. Оу, oh, you're seriously? Оу. Что происходит? Все, оно уменьшается, да? Давай, захлопни его уже. Давай, захлопывай. Так, хлоп, и все. Поиграл. Что-то тут происходит. Что-то нечто... Нечто, хлопцы, не так. Мне не открывается эта дверь. И походу... Мне надо выйти отсюда. А вот. Ну, можно и так. Алекс, здоров. Гордон, получилось. Система герметизации заработала. Ага. Долго она не продержится, но время мы выиграли. Ага. Что? Пока ты был внизу, я залезла в их систему. Они действительно спланировали цепную реакцию, но не ради того, чтобы погубить цитадель. Ага. После уничтожения реактора взрыв стал единственным способом отправить сигнал туда, откуда они пришли. Я не знаю, что за данные они готовили к трансляции, но ради них они готовы пожертвовать всей цитаделью. Надо срочно передать их отцу и доктору Клеймеру. Красавчик. Я красавчик. Сделала копию. Ну, я про себя. Что в ней, не знаю, но чувствую ждать беды. И вот что еще. Что? Это Джудит. Смотри. Полагаю, я обнаружила местонахождение проекта. На данном этапе сложно оценить размер разрушений и сказать, осталось ли там что-нибудь, что могло бы навести Альянс на наш след. Я смогу высказать первые предположения уже через несколько часов. Если объект там, где мы думаем, понадобится не более... Прерываю трансляцию, кажется, нас засекли. Что? Да где она? Она что, исчезла? Ого. Она попала в беду. Поиграли. Надо передать ее сообщение и данные трансляции отцу. Он поймет, что делать. Копирование завершено. Ни хрена, вот эта скорость. А теперь уносим отсюда ноги. Баба каркнула. Здесь есть лифт. Сюда. Я отсюда пришел.
Быстрее своей бычкой тут, чуди, быстрее сваливаемся, вали, вали, вали. Мы железо держали. Мы железо держали, вали, 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 вали. Быстрее, 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 перебирай батон. Сдается мне, они не хотят, чтобы мы прочили почту. Этот лифт доставит нас к платформе. Если мы сядем на поезд, то через полчаса окажемся за пределами города. Если эта платформа не дети трещит, то все расшибайте мозги. Ревипушка снова разрядилась? Ага. Жаль, с ней было спокойнее. Надо этому. Профессору дать, чтобы он ее этот. В розетку засунул. О! Я обошел. Быстрее, 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 быстрее. Куда, куда, куда бежать? А, раки! Давай, печатай что. Ого! Я буду сдерживать. Ты больная. Ты их не убьешь. Забудь про них, все. Да их не убить, понимаешь, нет? Куда их можно выкинуть? Ага. Точно, наш великий хакер, блин. Мы не одни. Этого они точно не ждут. Приготовься. Аллилуйя, пацаны, вот вам сюрприз. Вон они. Ну все, шарики с ними поиграют. Я тебя дам сюда, прекратился. Погнал. Шарик, давай, сделай всю грязную работу. Господи, они, наверное, сами себя перебьют. О! Поиграл, поиграл. Ясно. Понятно. Алекс, сюда иди. Ко мне. Кис-кис-кис-кис-кис. Ясен хрен. Наш поезд. Нижних ряда. Блин, обычная хилка, ну господи. Почему я не такой крутой? Что за? Наконец-то вырвались. Не знаю, что это за данные, но они вовсе не рады, что мы их получили. То есть они смущают? Учитывая все в целом, не так уж. В этом вагоне сталкеры. Так я прошу, тебя не смущают вот эти голые мужики? Вот проклятые эти комбайны. Вот что случается с теми, кто пытается бороться. Или оказался не в том месте и не в то время. Ну это как и обычные люди, бывшие. Ох, надеюсь, ты не помнишь, кем ты был. Ладно, посмотрим, куда едет этот поезд. Чух, 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 мазафака. Если нам повезет, мы успеем уехать из города, пока не стало слишком поздно. Фу. Хорошо, что не пришлось идти пешком. Господи, Будем надеяться, худшее позади. Ну, ждем. Спас нам жизнь. Тя! Можно подумать, я удивлен. Что это? Ну все, приехали. А нет, еще едем. Что за... Ну нет! Я смотрел фильм «Метро», мы все умрем! Время паниковать, мы все умрем! Тихо, 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 тихо! Заткнись! Хлебальник! Выпрыгивай, принцесса! Твоя карета прибыла! Ну все, поиграли, пацаны. Отлично. На дне. Отлично, как он называется? На дне. Днище. Погоди секунду.
Дай перевести дыхание. Окей. Окей, а попросим об стенку. Все не так просто, как я думала. Теперь мы в одной лодке с остальными жителями. Да, мы на днище! Мы... Быстрее, Рак! Быстрее давай! Быстрее, быстрее, быстрее! Что ты котелка? Ну понятно. Быстрее, быстрее, я Гордон Фриман, мне все можно. О, нет! Нет, пацаны! Я слышу стрельбу. Они стоят здесь очень давно. Сюрприз. Бам. Тихо, стой, дай мне машину зашпулю. Ну, почти. Не пытался. Так, что тут у нас? Снова эти, блин, пленочки с высоким содержанием зомби. Что за... Бедняжка. Пути-пути. Больше это не нравится. Мне свет в конце туннеля этот. Ничего не вижу. Мы тычемся в темноте, как слепые котята. Черт, электрический замок. Как нам его открыть? Не волнуйся. Ща я все починю. Не думаю, что я выживу, если туда прыгну. Нет! Так, окей, не специально. W. Отлично. Обожаю лазить по канализациям, как и она сказала. Что может быть еще веселее, чем лазить по канализациям? Оу! Я случайно его раздавил. Так, окей. Так, реально темно. Так. Как его открыть? О, аллилуйя! Несешь. Что ты, мать его, несешь? Так, тут я все забрал, все, что можно, все, что нельзя, даже зомби оставил. Ну, мать его, а! Свети на зомби! Бедный зомби. То есть когда-то он был лохом! Так, стоп. Это мои любимые тараканчики. Держи его в луче света. Кого? Тихо. О, блин, сколько наших полегло. Видимо, защитное поле Альянса рухнуло. Ну, конечно, ведь его питал реактор цитадели. Слушайте, а я за кого? А, я против всех. Великолепно. Великолепно. Я сижу и буду крутиться. А! Тихо. Похоже, это военный состав. Так. Что это, черт побери? Комбайны зомби. Зо? Зо?
Зомбайны. Зомбайны. Как типа зомбайны? Дошло? Просто гений шуток. Окей. О, тот еще даже встал. Черт! Берегись! У него граната! Да он дурак! Я же сказал. Что ты так паникуешь? Сейчас-то я. Погнали. Так, ты тут... Тяжело определить, какой зомби... Направь на него фонарь! Ну, ни хрена себе! Алиш, вы тупые. Люблю взрывы. Ибо не хрен. С ноги! О, хрена! С ней связываться еще. Свет. Ясно. Ясно. Это типичный пользователь гранатой. Ага. Что? А, быстро как крабик. Только кровь появляется. Понятно. Называется Алекс стреляет. Не мазаться. Убивай хоть крабов. Он жив? А, не, умер. Отлично. Ты где там? Сюда давай быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Ох! Ядовитый. Не очень люблю ядовитых. Тихо. Подвинься ты, а? Мы входим. Меня от них в дрожь бросает. Не поверишь. Это будут муравьиные львы тут. О-о, нашествие муравьиных львов. Я не наступал. Потому что я по привычке их вызывал, их, потому что они хорошие. Ну ты дура, я же их держу. Ты их убивай, я держу. Только пусть они меня тронут. Ты пожалеешь, что ты родилась. Ты ж такая тупая! Господи, ты можешь? Ладно, крути сама. Слушай, раз ты такая умная, крути сама. Просто сама. Да вы дадите... Чем их можно закрыть? Чем их, мать его, можно закрыть? Ибо нехрен. Ясно. Пацанов тут не хватало. Ови. Господи, открытие это целая наука. Быстрее, 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 быстрее. Отлично. Не судьба, пацаны, не судьба, не сегодня. Ясно. Спасибо. За мной, 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 за мной. Ага. Грёбаный камикадзе. Ты чё, ты чё? Я не желал тебе зла. Ну, ладно, не соврал. Мы входим. Господи, пошли за этой канализацией, Алекс. Хедшот! Хедкраб, хедшот! Погнали. Тихо.
Нежно. Снова парковка. А, у них своя борьба. Окей. Надо снова закрыть это. Вот нам есть чем закрыть. Отлично. Одну закрыли. Сколько их тут? Ого. Походу тут кому-то бошки отрубило. Кого с ног сбивать? А, этих. Алекс погибла? Такое вообще возможно? Окей, такое возможно. Окей. Вполне возможно, что она погибнет. Окей, возможно, что она погибнет. Неожиданный поворот. Какой неожиданный. Я прям не ожидал от неожиданности. Окей, периодически еще за ней надо смотреть, чтобы она тут это сильно не вздыхала. Сзади у тебя зомби! Дурочка. Все же знают, что зомби гораздо опаснее. Так. Так, где еще взять одну машину? Где еще взять одну машину? Где взять машина? Ага, может повыше на парковке. Сейчас посмотрим. Тихо. Тихо. Приносит дерзкий. Ой, зря ты достал. Идиот. Вот так вот. И это было третье гнездо. Давай, москвичик, уходи туда. Вот так вот. Все, великолепно. Какого? Какого хрена? Все, отлично. Алекс, убей там всех, я тут пока плюшки поищу. Бедные ребят. Раки. Так. Что тут у нас еще? Так. Тут ничего, тут я был. Какой еще наверх? А где тут еще вверх? Ага, вот, вижу. Так, надеюсь, эти муравьиные львы не выбьют эти машины, потому что мне бы очень не хотелось. Очень не хотелось. Надо поднять эту хрень до конца, иначе она просто упадет дико. Отлично. Что будет за этой решеткой, мы узнаем в следующей серии. А всех благодарю за просмотр. Надеюсь, вам было интересно, так же, как и мне. Желаю вам удачи и до новых встреч. Пока-пока.